То, чего ты желаешь всем сердцем, так близко. Только руку протяни. Предлагаю ехать на центральном лифте. Он отвезет тебя прямо к твоей цели. Да я... иди ты. Я думал, вот цель умерла уже. Он так и умрет девственником. Лучше не смотреть. Надо его как-то запустить. Если бы я побежал, оно бы ничего не работало. Не было бы там включено. Это ж такая игра. Если король не может защитить себя, как он защитит других? Газете почитать не хочет, да, уже? Thank you.
А что это вы заново управляете? А вот и ключик. Посмотрим, что здесь у нас. О, кого это ты там нашел? И кого нашел? Так, мне удалось отремонтировать робота, заменив поврежденные части и детали для наших механоидов, однако активировать его я так и не смог. Он демонстрирует слабый отклик, если подвести к нему электрический ток, но все равно не включается. Полагаю, остается только разобрать устройство и попытаться выяснить принцип его работы. Какая-то бобуйня происходит. Роботы не работают, нихуя ничего не работает. Чем выше поднялся, тем больнее падать. Черт!
Ёбнутый профиль. А, ну за тех мы смотрели, как там что происходит. Обосраться, да, можно? Без помощи. Обратитесь к кальтисианцам. Не вступайте ни в какие контакты с Империей. Если ты правда намерен заключить завет, будь готова к последствиям. Если Ноктис сумеет принять в себя эту силу, я с радостью верну ему отцовский меч. Я прошу сопровождения, а сопровождающих. Вы с Джентьяной вернетесь в поместье. Люци для вас опасны. Империя боится завета с Археем. Вскоре они придут с тобой. Даже с благословением повелителя бурь, Ноктис был беспомощен, как младенец. Открой же глаза, Лунафрея, изнутри всю тщетность твоих. И узри всю тщетность своих стараний. Он не достоин ни твоей жертвы, ни меча его величества. Сука, то есть... Покойся с миром. Ты сделал все, что мог. Но недостаточно. Ладно. Ну, иди заткнись там. Посмотрим, на что способен твой меч, папа. Пусть меч Рейхса в бою, и пусть он еще не вернул себе другие королевские способности, меч и кольцо Луциев увеличивают его шансы на жизнь. Также отнимает и жизни. Не так уж ты и крут без своих королевских игрушек, как я посмотрю. Неужели ты не чувствуешь, что тебя ждет? Если у каждого короля есть свой меч, то какой? Ты это слышал? А? Ногти сними. Там что-то есть. Кровать. Здесь есть кровать.
Также могу сейчас сохранить. И пойти за других. Они будут просто проходить и открывать то, что... Ладно. Здесь просто хоть сохраняться можно. В случае чего и сохранить. Что это за дым? Откуда он идет? Здесь не пройти. А, ну что ж, я предупреждал. Чем дальше, тем гуще. Надо его убрать. Дельтагаз уменьшает максимум ОЗ и Ноктиса. Следите за здоровьем, пока не найдете способ чистить ОЗ. Надо же, ну ты и драчун. Камера пиздец как поворачивается, интересно. Чтобы вообще не было никакой видно. Тебе конец!
Уровень доступа повышен до 4. Разрешен доступ к зонам 4 уровня. Магазин. Да. Когда с тобой некому нянчиться, ты так беспомощен. У меня плохие предчувствия насчет твоих друзей. Говорите, что охотником может стать каждый, где бы он ни жил и чем бы ни занимался. Именно. Нам сейчас нужна любая помощь. Думаю, многие наши слушатели боятся, что ради помощи им придется рисковать жизнью. Чтобы помочь, достаточно сообщить об опасности старшему охотнику в штаб-квартире. Мы работаем все вместе, охраняя покой. Мы никогда не отправим новичков на опасное задание. Новобранцам мы поручаем простые вещи, такие как патрулирование жилого района. Думаю, теперь наши слушатели вздохнули с облегчением. Да хоть дрочнули. Зелий и всего этого. Я до сюда что, должен был дойти очень низкого уровня? Я как? Как вы понимаете вообще? Этим утром мы наблюдали удивительный феномен. Устройство, которое мы разобрали вечером, утром как-то восстановилось. Четверо ученых погибли, угодив под выстрел лазера. Какая неосмотрительность. Я надеялся, что оружие останется активированным, но через несколько минут оно отключилось. Не стоит и говорить. Сука, что старшие исследователи не хотели продолжать работу по укреплению незащищенного участка вокруг головы машины. Жаль. Чтиво это не мое. Thank you.
любой момент может произойти трагедия. А его уже не было? Луна Фрея погибла, все, трагедия уже, все. Да, появляется? Как-то тупо. Похоже, питания нет. Ключи, электричество. Что дальше? Да не говори, какую-то хуйню, блядь, бегаю, занимаюсь. Что там за шум? А тебе не страшно одному? Да мне так... Заебал-то уже. Тебе конец! Не ярко, но лучше, чем... Как легко тебя обмануть. Хуило сейчас что там стоит. Да блядь. Да,
Есть что-нибудь там? Как ты заебал меня? Серьезно? Да ты нахуй. Да пиздец, сколько можно здесь, блядь, лазить? Коридорность часовая, блядь. Империя достигла значительных успехов в демонологии. Ну, после того, как я ей немного помог, мы научились создавать демонов прямо здесь. Создавать? Так, определенное сочетание дверей открывают... Так, открываются разными комбинациями. Панелей. Чтобы продвинуться дальше, найди ключ карту. Для каждого панели тирую их в нужном порядке.
Голова тебе дана не только, чтобы корону носить. Расскажу тебе, откуда берутся демоны. Так вот, изначально они были самыми обычными животными и людьми. А ты стольких убил? Ну да, ты же не знал. Биологическое оружие, созданное на основе плазмодии, обладает высокой уязвимостью к свету. Клеточная структура таких объектов разрушается под воздействием фотонов за считанные секунды. Поскольку клетки преобразуются в неактивные молекулы, эта реакция не представляет опасности для окружающих. Самым простым и эффективным решением этой проблемы может стать светозащитная броня. Так, с учетом происшествий в окрестных деревнях, на сегодняшний день число пропавших составляет уже 1657 человек, которые первые отчеты СМИ, короче, связывают эти исследования со вспышкой инфекции. Продолжаются попытки установить связь между этими событиями и массовым нашествием демонов. На данный момент западный Гралей введен режим карантина. Остальные секторы заражены. Вымирают от болезни. И вот тут куча одежды валяется просто. Они теперь монстры. А с того странного массового исчезновения либо прошло уже 9 дней, но у нас по-прежнему ни единой зацепки. Трудно поверить, что 812 человек целой деревни просто взяли и испарились. Кое-что из более конкретных новостей. Нам удалось найти подтверждение тому, что 60% демонов, объявившихся в западной Гралее, примерно в то же время сбежали с военных баз. Однако никакой информации об остальных 40% у нас. Таинственные исчезновения. Только не говори, что ты заблудился. Тебе конец! Пехотинцы, которых вы свысока называете магитехами, вышли из этих стен, а попали сюда еще дети. Их помечали сильными ходами и растили, пока они не были достаточно сил для боевых.
Невинные души, обреченные на смерть от рук иноземного короля. Ну как? Не стыдно теперь тебе будет убивать их? В связи с началом кинопроизводства магических войск, Имперский совет по вопросам обороны одобрил проведение следующих реформ. Замена человеческой пехоты магитех солдатами, модификация биологических материалов методами клонирования. И все? Я думаю, сейчас там целый список их ебанет нахуй. Фигурская сработала, предохраните как минимум. Одна панель должна оставаться выключенной. Мальчик мой. А знаешь, что интереснее всего в твоем дорогом Промто? Что? Он не так-то прост, как кажется. У него есть свой большой скелет в шкафу. Масштабы эпидемии. Плохо дело. Прорвавшиеся до северного и западного сектора демоны волной прокатились по всему ЦМИ, нанесли серьезный урон оборудованию. В ходе происшествия мы потеряли контроль над незапрограммированными МТ-единицами. Тем временем 125 зараженных пациентов, находившихся на лечение в центре, исчезли примерно так же, как и первые пропавшие. Все пациенты деревья. Просто исчезли? Бред какой-то. Конечно, бред, бредятина. Хочу вернуться назад, я там вот одну панель не активирую. Ну, точнее, в одном месте не был, хочу проверить что-то.
Большой объем выбородки при проведении экспериментов, можно с полной уверенностью сказать, что пирочковидемическая инфекция является обычным паразитом плазмодии. Эти исследования открывают путь к исследованиям в военных целях. В первую очередь необходимо найти способ контролировать мутировавшие организмы. Данным отчетом рекомендовано старшему научному работнику Берстеллу Би-Сити разобрать подобный бюджетный запрос для проекта «Бессмертный». Еще скажите, что это Арден. Так, ну, блин, мне уже пора заканчивать, закругляться. То есть на этом я, наверное, сейчас уже прервусь. Ну что, продолжаем бегать. Я по этому бункеру уже часа два бегаю. Заражение не исчезает, они превращаются в демонов. Уму непостижимо, как мы этого раньше не заметили. Хотя теперь, когда демоны повсюду, поздно сокрушаться о допущенных ошибках. Несмотря на то, что они когда-то были людьми, они не похожи на тех, кого мы выращивали для МТ. Их невозможно контролировать. Давай, вставайте. Более половины обитателей крепости превратились в демонов. Мы не сможем их обезвредить, поскольку нам так и не удалось восстановить контроль над МТ. Снаружи, в городе демонов еще больше. И все они когда-то были мирными жителями. Шансов на спасение нет. Уровень доступа повышен до 5. Разрешен доступ к зонам 5 уровня. Замечательно. Давай, сходим за ногу, да. Я и ждал.
Так и ничего, да? Что же это за место? Что у них там внутри? Не знаю, что это, но мне это не нравится. Совсем не нравится. А должно вообще было тебе понравиться, дебил. Отцовский меч. Здесь наверняка что-то есть. И наверняка заперто. А к замку полагается ключ. Как я же сделал уровень пятый. Такого я не ожидал. А жизнь налаживается. Интересно, как же закончится эта история? Нарушение безопасности. Активирована магитехзащита. Что? Стоп. Так вот что там внутри. Сколько их там? Где же твои друзья? А вдруг они убежали без тебя? Ты так и не нашел главного? Рано или поздно Игнис споткнется ловушку. Тебе, наверное, сейчас очень одиноко. Повышен до 6. Разрешен доступ к зонам 6 уровня. У твоих друзей впереди вся жизнь. Не обижайся, если они не станут ею рисковать ради тебя. Да ничего, блять, не рисковали. Ты крут без своих королевских игрушек, как я посмотрю.
тобой некому нянчиться, ты так беспомощен. Да я крут, ты, блядь, посмотри, сколько я крут дальше. Я прям бэтбой. Что-то есть какое-нибудь усиление? Ману, давай. Все, за компаньонов уже нельзя, да, бегать? Ну, окей, окей. Ну, хорошо, хорошо. А что-то об испытаниях с окружающей волны. Волна прекрасно проявила себя в ходе полевых испытаний, полностью лишив королевскую глефу способности к телепортации и магии, которая работает по тому же принципу, что и стена Люциса. Глоток вискаря для хорошего утра. Эликсир. Окей. Так. А что там испытание с окружающей волны? Подтверждаем, что волна способна отключать не только стену, но и все магические способности представителей королевского дома Люциса. Более того, судя по данным, полученным во время столкновения с Шивой, она также оказывает ослабляющее действие на шестерых духов. Давай, если кто-то сомневался, это ловушка. Хватайте. Немного боли никому. Ты тоже. Быстрее, пока ты тянешь время, люди умирают. Больно! Но! Это ты? Эй! Кто? Ты нас слышишь? Игнис! Гладио! Где ты? Давай ты, уёбыш. Ну к беде! Владик, там должен быть выключатель. Найди его. Откуда ты знаешь? Полагаю, нас сюда привели не просто. Да, вам бы, блядь, поторопиться. Мне пиздец. Прицел. Вы как сюда попали? Я тоже тебе рад. Спасибо. После того, как нас от тебя отрезало, нам оказали помощь. Сам понимаешь, кто. Этот гад с нами играет. Но мы хотя бы вместе. Наконец-то. Пока без промаха. Воссоединение лучших друзей. Как это трогательно. Друзья, это, наверное, так здорово. Вы такие счастливы. Надеюсь, вы скоро найдете своего бесценного промпта. Они пока не доступны. Все не ходят. Спасибо. Я вижу, конечно, там большая красная кнопка, да, если такое. Весельские отчеты 14.1.747 С большим сожалением я сворачиваю работу по восстановлению моих и тех оружия до полной функциональности.
Я за то, чтобы продолжить исследование. Руководство боится повторения инцидента. Мои труды по поиску метода, как активировать и контролировать устройство, судя по всему, пропадут. Если это автономная система, то я думаю, нужно божественное вмешательство, чтобы она заработала на постоянной основе. А пока устройство останется на хранении. Вот так вот, были у них боги, потом они охуели, и боги на них... Заперто. Гнев свой направил. Значит, внутри кто-то есть? Они охуевшие. Я знал, что ты туда пойдешь. Надо же, ну ты и драчун. Да, одиночество, когда приходится подрачивать. Девушку убили, хули делать? Вообще, это какой-то гей-пати, если честно. Женоподобные здесь есть вот чувачки. Очень мужественные. В палатках. Она чует. Ну ладно, я лучше заткнусь. Сейчас я тебя как развозюкаю нахуй. Сейчас скелеты, они живут, да? Стопудово они потом такие. Уа! Вот и пронто. Эй, ты цел? Не ранен? А... Помощь не нужна? Я в норме. Нокт. Спасибо. А... Скажи, ты обо мне беспокоился? Конечно. Разумеется. Что за вопрос? Да, я так и думал. Я верил, что ты придешь. Ромпта. И я сказал себе, что не должен умирать. Чтобы ты не думал, что я это не я. Прости меня. Не за что. Все в порядке. Вот после таких слов многие подумают, пеники, фу. Да нет, вполне, ну дружеские, дружно. Забыли уже все эти вот обычные дружеские отношения со своими, блядь, гомиками и панами, пидорасами. Так. Но мне надо дальше. Как мне дальше-то пойти? Ага, дальше. Никуда идти. Так, я сделаю сохранение. Сохранение сделаю вот здесь. Нокт, ты слышишь? Что? Я уже слышал этот звук на поезде, перед тем, как тебя подвело оружие. Это рядом. Возможно, там ключ к восстановлению твоей силы. Это здесь. Вот эта штука? Дверь заперта.
Звук откуда-то изнутри. Пройти нельзя? Можно. Маги тихие. Странно. У них ходы. Как у меня. Разве? Не обращал внимания. Выходит, я один из них. И людям из Люцеса я не могу это рассказать. Но у меня, понимаете, парни, кроме вас никого нет. И я бы хотел, чтобы все осталось как было. Да какая разница, где ты родился? Думаю, ты нас не предашь. Ни сейчас, ни потом. Благодарю. Но я не изменю родину и свое происхождение. И с каких это пор тебя заботит происхождение? А? Ты никогда не обращался со мной, как с сыном короля? Подловил тебя. Даже высочество не говорил. Пора уходить отсюда. Пошли, верно подданный. И ты же один из нас. Такой. Если ты этого хочешь. Так, странно тут как-то у вас. Ну, здравствуйте. С какой стороны мне, блядь, не зайти? Ну что? Получилось? Устройство отключено. Теперь к Нокту должна вернуться сила. Давай, проверь. Итак, момент истины. Заработало! Я рад. Погнали. Так, промто так что хлопнул Ноктиса. Попи. Странный очень. Так. Теперь же наконец идеальный меч. Во-вторых, у нас третьих у нас. Что вообще пистолет пробует? Клинок завоевателя 483. Так, клинок ярости, мощная жизнь. Магия. Щит силы.
Психийное сканирование. А, он учится, да? Ярость мудреца. Жен. Фото снимок. Да. Фотоснимок еще один, сука. Купленное ружье. Давай-ка. Магией-ка пользуйся. Чутка. Так, сохранить пока не могу, да? Кольцо вообще. А вот кольцо Люси. Так, давай сделай Пришлось. Оружия не было, друзей не было, выбора тоже не было. Знаешь, кто-то должен сражаться, чтобы вернуть кристалл. А еще спасти ваши драгоценные задницы. Слова истинного короля. Давно бы так. Кольцо — это тяжкое бремя, но ты несешь его не один. Да, особенно. Когда у всех вас снова есть оружие. Игнис, ты уже освоился? Еще осваиваюсь. В слепоте, да? Так. Thank you.
рандомные какие-то будут. Так, типа безопасная зона. А сохраняться далее, мы заразили. Окей.